считаешь, результат по игре или у нас было такое зависимое? Нет, результат по игре, любой результат по игре. По игре сегодня, да. В конце матча болельщики, с свистом встретились с свистком. Как думаешь, не понравилась игра или недовольны результатом? Я думаю, болельщики заслуживают больше от нас. Мы сами ждем большего. Во-первых, в плане голов мы очень мало забиваем. Даже первая причина. Ну что, мы можем только постараться попросить их, вернее, потерпеть еще немножко. Придет результаты, голы, и будут, я уверен, что все будет хорошо. Пока мы сами понимаем, что, в принципе, должны играть намного лучше. Понятно. Во втором тайме ты начал бить поворотом, да, Виталий, несколько раз. Это тренер посоветовал, да, или просто? Да, просто голов не бывает без ударов. Мы мало бьем. На это обращаем сами внимание. Надо чаще бить, иногда просто катаем возле штрафной мяч. Я считаю, что каждый должен почаще брать его на себя, возле чужих ворот, и голы придут. Команда сейчас оказалась, благодаря этой ничье, где-то на 7-8 месте будет, да? Как считаешь, сейчас это нормально? Нет, сейчас ничего катастрофического не произошло, уверяю болельщиков, что это только начало чемпионата. Понятно, что хочется выбраться из этой вот общей солянки, немного вверх и закрепиться там. Но, повторяю, все придет. Не знаю, буквально немножко прошу подождать. Мы, повторяю, сами понимаем, что пока что немножко не та игра. Но у нас просто новая команда, вся с нуля, сразу ничего не бывает. Но от игры к игре все лучше и лучше у нас взаимодействие.